Привет, подписчики канала Simpentia Life. И, наконец-то, мы дождались седьмую посылку. Чуть ранее вы могли видеть распаковку седьмой посылки. Седьмая посылка включалась в выпуске 22, 23, 24 и 25. И в этом видео мы снимаем наш первый журнал. Это выпуск 22. Вот он. По традиции мы начнем с того, что осмотрим, что в этом журнале написано. Все начинается у нас с блистательного шутера. Тут также представлена интересная зарисовка, концепт-арт. Далее, в журнале. Костюмы в облаках. Наверное, отсвечивает. Я сейчас закрою штору. Продолжение. Серия АСП, роботы. Должно быть хорошо видно. Продолжение. Тематическое исследование. Беспощадная Максима. Так. Небольшая статья про робототехнику. Вычислительная машина. Колесо Лейбенца. И Чарльз Бэббидж. Также в этом журнале у нас вот такие детали. И вот описание. В этом выпуске нам понадобятся вот эти детали. Блок, который был получен вроде бы в четвертом выпуске. И 4 винта 6 мм. Начнем с распаковки и сборки. Так, для начала мы откроем вот эти детали, потому что без них мы ничего не сможем собрать. У нас такой модуль. Сейчас я все детали покажу близко. Вот. R2-D2 LED. Ну, LCD. Вот сзади этот же модуль. Следующая деталь. У нее такое, не знаю, это грязь или не грязь. Сейчас попробую сфокусировать. Вот так она выглядит. И спереди. Нет, скорее всего, не грязь. Скорее всего, такой пластик. И вот такая деталь. Вот. Сейчас сфокусируем. DF42. Так, что нам нужно сделать? Мы берем вот этот дисплей. И прикладываем его вот к этой штуке. Вот он сел, видите? Мы его приложили, он сел. И далее мы эту штуку должны вставить вот сюда. Вот так вот. Чтобы все пазы сошлись. И дальше прикрутить четырьмя винтами. Сейчас я остановлюсь, мне надо отвертку найти. Так, и мы продолжаем. Сейчас мы вкрутим 4 винта. У меня отвертка, наверное, размагнитилась. Да, размагнитилась уже отвертка. Так, второй винт.
И в конце мы проверим работоспособность, подключим его к нашему блоку из 4 выпуска. И четвертый винт. Так, все четыре винта закручены. Вот так выглядит наша деталь. Дальше мы ее подключаем. Сейчас. Провод. Должен быть провод. Сейчас я поищу провод, и мы продолжим. Нам понадобится провод от вроде бы или 14, вроде 14 журнала. Вот. Там был провод к этому вот дисплею. И через него мы подключим вот эту штуку. Я ее включаю. И она работает. Вот, синий. И тут тоже синий, только более тусклый. Вот тут поярче идет. Подписывайтесь на канал и ждите следующего видео. В следующем выпуске мы рассматриваем выпуск номер 23, собираем его.